Исполняющий обязанности ректора СК ГМИ Дзамбулат Камбулов поздравил студентов с Днем Российского Студенчества. В рамках часа ректор он пообщался с молодежью и ответил на более чем три десятка вопросов, касающихся учебы, общественной, спортивной и культурной жизни обучающихся. Праздник романтики и надежд, праздник оптимизма, праздник особенный, который соединяет воедино всех студентов Российской Федерации. Это время лучших идей и лучших людей. Я хочу пожелать каждому из вас, чтобы вы всегда были готовы воспринимать все новое. Вы здесь присутствуете для того, чтобы получить знания, получить специальность, стать высококвалифицированными, высокообразованными, конкурентоспособными специалистами. Конечно, в жизни не все так бывает просто. В жизни, в учебе и в остальных вопросах всегда бывают какие-то трудности, проблемы. Эти проблемы, эти трудности для того они и есть, чтобы их легко преодолевать. И при этом становиться смелее, мудрее, опытнее. За активное участие в общественной жизни университета Дзамбулат Камбулов и его заместители вручили отличившимся студентам благодарности и сертификаты на материальное поощрение. Диалог получился откровенным и ничего не помешало студентам пообщаться с ректором на интересующие их темы. Дзамбулат Камбулов поблагодарил ребят за вопросы и рассказал им о том, насколько открытый диалог и обратная связь важны в профессиональной деятельности универсантов и организации деятельности всех структур университета.